первая торжественная линейка, за которой последуют первые уроки знакомства с первой учительницей. Еще многое им предстоит сделать впервые, ну а пока самые маленькие ученики гимназии номер 5 принимают поздравления с началом учебного года. Поздравляю всех, желаю вам упорства, усердия, отличных оценок, настроений, а родителям и педагогам желаю терпения, еще раз терпения. После теплых слов наступил самый главный момент торжественной линейки. Для первоклассников звучит первый звонок. Я думаю, что нужно учиться, что надо очень сильно все очень хорошо знать. А ты вообще хотел в школу? Как ты готовился? Хотел. Почему хотел? Потому что в саду неинтересно. Мне больше всего понравились мои новые друзья и моя первая учительница. Чем же? Красивая. Я очень хотела в школу, потому что я очень хочу 20 лет учиться сам. И пятерки получать. День знаний – праздник не только для учеников. С не меньшим волнением его ждут и учителя. Татьяна Шевелева не первый год работает в школе и знает, как найти подход к первоклашкам. Ведь сейчас очень важно правильно настроить самых юных школьников на учебную волну. Во-первых, дети умные, дети требуют к себе особого внимания, хотят как можно больше узнать. И это не дает нам, учителям, оставаться на прежнем месте. Мы вместе с нашими детьми узнаем точно так же очень много нового, интересного, чтобы донести все это до наших малышей. Первый школьный урок прошел для этих первоклашек увлекательно и весело. Всего же в гимназию номер 5 города Черкесска в этом году пришло почти 200 первоклассников, для которых она ближайшие 11 лет станет вторым домом. Анета Дышекова, Мурат Кемрюгов, Архыз 24.